И дальше мы рассчитываем по Рузвельской модели эту задачу. С учетом тепловой модели, тепла и так далее. Давайте сейчас я дальше объясню и вернемся. Это я понимаю, что это вопрос очень сложный, но на них я не готов уже продолжать. Показывает, как может быть. Как может быть. Я просто показываю модель, которая очень хорошо объясняется. Нет, вы понимаете, мы хотим просто понять лучше, да, так сказать. Я понимаю, так, что за этим стоит. За этим стоят некие постулированные моменты. Плюс вот тепловая модель, понятно, всем известна. Мы к ней добавляем наверху добавку дельта ро плюс. Мы ее хорошо знаем достаточно, это будет богатый логин. И дельта ро минус, который мы не знаем. Но, исходя из идеи дифференциации, которые изделяют большинство людей, которые занимаются представителями, большинство. А вот какое состояние, это вопрос не ко мне. Это вопрос скорее к вам. К некоторым из вас, не к вам. Значит, вот. И это только 2D модель, да? Это 2D, у нас там 3D будет. Но 3D есть. На 3D очень труднее воспринимать форму. Но я покажу, у нас 3D есть. Это модель 2D, после этого я не хочу сказать, эти аванажи, как они пробиваются. Ну, видите, у меня... Сейчас, секундочку, еще раз попробую. Остановите. Нет, можно остановить. Вот я сейчас попробую такие вот, чуть-чуть ее остановлю немножко. Сейчас я хочу уловить модель прорыва большого.
Значит, теперь вот первая картина, то, что вы говорите, что первая картина Трунда, мы бы его так изобразили, цветами. Значит, вот это северное полушарие, хотя южное полушарие, мы смотрим сверху, а это мы себе смотрим на ядро. Северного, северное полушарие южного. Ну вот, вот тут скоб на поверхности, и вот тут на ядре, вот синее, это горячее вещество, там вот сюда, например, это ядре. А здесь, наоборот, поскольку ядро обтекает, оно поднимается. Вот синее, это значит, это фактически, это в данном случае это континенты, а тут так цвета получается, наоборот, обычно. А вот это все, это вот настоящие потоки океана. Ну вот, по-другому пока не подумать. Вот здесь, вот мы изображаем, значит, стадию временные. Вот видите, один из стоков, вот у нас стол такой. Это ядро, разрез, это поверхность. Вот здесь стол, это возникает суперконтинент. Вот еще стол. Дальше вот такая картина. Потом вот такая картина. Вот показано, как здесь. А здесь, наоборот, подъем вещества. Если здесь возникает суперконтинент. То есть периодика порядка 50 миллионов. Нет, это один процесс. Нет, периодика большая, примерно 600-800. Нет, вот здесь. Здесь нет, это просто развитие. Это развитие вот этого скопа. Он маленький. Но это не циклы. Это не цикл. Это один цикл внутри. Развитие просто трехмерная картина. Видите, вот ядро показывает. То есть разорвали внутри цикла. Да, разорвали. Да. И внутри показывает поверхность. И это поверхность. Потоки, там, океана, там, точка типа. Ну, просто надо еще поработать, это уже не так просто показать эту первую картину. Вот тут проще, значит, вот это цикл уже, вот это белое, это собранные континенты. Ну, условно, суперконтинент, то есть это вот такая кора, которая плавает. Вот, значит, здесь вот уже по временам, значит, вот эта картина, вот первый раз получилось в этой проекции, вот этот Кинорленд или Монбекир, еще 2,6 миллиарда лет, вот 2,8 миллиарда, вот здесь. Это суперконтинент с этой стороны океана. Теперь, значит, тут показано, что между ними получается. Вот видите, он был рассеивается, вот эти континенты, белые континенты, они рассеиваются. Теперь дальше. Вот теперь следующий суперконтинент, 1,7, Колумбия. Он, видите, он здесь, он не в том же месте, а вот здесь, вот в этом месте образовался. Вот так, хорошо. Это погрузочная зона. Следующий – это Родиния, вот здесь, примерно уже так же, и это очень важный момент. И следующий Помпеи тоже здесь. То есть, начиная с Родинии, у нас возникает в одном и том же месте суперконтинент, то есть Атлантический тип океана, и возникает на подборном полушарии Тихий океан, что является очень старой проблемой. А себе зрителям, почему Тихий океан и Палитик океан существуют в одном и том же месте, ну, там 1,5 миллиарда лет. Почему? Почему, так сказать, вот Атлантика расходится? Оказывается, это связано с тем, что вот так ячейка самоорганизуется, и получается, что вот этот суперконтинент, начиная вот уже с Колумбии, вот уже примерно вот там уже, это вот Атлантическое полушарие, а с той стороны возникает этот самый Пацифик старый. Это тоже не было объяснено до сих пор. А это в будущее, сейчас можно в будущее подачи, ну, как будет то же самое. 400 миллионов лет в будущем. Вот. А это значит, то есть асимметрия тоже в этой модели объясняется. В общем, мне эта модель нравится тем, что она тогда рабочая, ее можно, конечно, как-то двигать, но она уже ухватила то, что в других моделях не было. Это циклы, их времена, асимметрия Земли, скажем, переходный момент и так далее. То есть те основные эволюционные моменты без деталей она ухватывает. Ну, это то же самое, только вот то, что это тоже это та же картинка, только кто-то на глубине вот ячейка. Вот это, видите, труба, это воронка, которая идет вниз. И она вот так пол ядра охватывает. Вот она здесь, потом здесь, а потом она становится примерно в одном месте. Ну, короче говоря, значит, я, конечно же, ваше внимание примерно устали, потому что это максимум, я думаю, все. Невозможно было дольше. Значит, вот есть такая модель, она несовершенна, но сегодня она чем-то отличается от тепловых задач. Там модели не претендуют на эволюцию Земли.
структур сегодняшних. Мы, значит, устроили модель эволюционную, пытаемся объяснить всю эволюцию Земли. И, в общем-то, сделать успешно, но, конечно,